и родители. Мы рады вас приветствовать на наших соревнованиях. А соревнования у нас необычные и от других отличные. Так как у них, кроме детей, участвуют наши папочки и мамочки. Поэтому соревнования называются «Папа, мама, я – спортивная семья». А сейчас наши команды нам представят себя. Пожалуйста, команда «Салтыков». Аплодируем. Ваш девиз? Команды «Дружно, как один». Аплодисменты, молодцы. Команда «Быстрые кедры» наш Денис. Ну, какая люстра! Это же спортивный зал!
Давайте мы сейчас все вместе разомнемся и сделаем зарядку. Кас, ты с нами? Да, я тоже буду прыгать, бегать и сказать. Ой, у меня что-то спина заболела. Не буду. Кас, да ты сегодня зарядку не делал. Ребят, давайте сейчас выйдем все на серединочку и вместе с Карсом сделаем зарядочку. Карс, ты вместе с нами? Сейчас сделаешь зарядку, все у тебя в руку снимет. Хорошо. Ребят, родители, выходите сюда на серединочку. Сделайте руку большую. Проведем небольшую жеребьевку. Вытаскивайте свой.
Надя, быстренько сейчас вам.